Привет! В конце прошлого века я придумал прибор для диагностики наркотического состояния по зрачковым реакциям. Принцип его действия основывался на том, что если перед зрачком расположить световой стимул и зажечь его, то зрачок не мгновенно изменит свои размеры, а за какое-то время, которое оказалось очень характерным для всех людей и имело примерно одинаковое значение. Но оказалось, что употребление наркотиком с, допустим, психостимулирующим эффектом резко изменяло эту зрачковую реакцию, причем в одну сторону, а применение наркотиков с седативным эффектом изменяло в другую сторону. В результате был предложен и собран прибор. Он вот в те времена имел вот примерно такой вид. Вот это я тестирую по зрачковым реакциям. И с помощью этого прибора в рамках государственной программы мной было обследовано 1500 человек разных возрастов, наций, с разными видами глаз, с разными патологиями. В результате очень многие медики, ну в частности офтальмолог Святослав Федоров, ознакомившись с этим прибором, высказался, что такой прибор должен лежать в кармане любого врача. К сожалению, государственная программа в 91 году закончилась, и с тех пор я пытаюсь запустить этот прибор своими силами в производство. Очень надеюсь на то, что этот проект будет реализован. Спасибо.